Паника в Армении. Власти уже согласились передать эти территории. В Армении продолжают опасаться, что Азербайджану вернут еще часть территорий, остающихся под контролем армян. 15 сентября во время встречи с членами правительства в национальном собрании я попросил Никола Пашиняна уточнить, гарантирует ли он, что в рамках реализации положений трехсторонней декларации от 9 ноября не будет установлен новый маршрут, соединяющий Карабах с Арменией, в результате которого город Бердзор в Лачинском районе, села Сус и Аговно, а также села Лисагор, Эхцахох, Хиншен, Мецшен, Каначтала, Тасы, верст Шушинского района не окажутся под контролем вооруженных сил Азербайджана. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет депутат фракции «Честь имею» Тигран Абрамян. В тот же день Пашинян уклонился от четкого ответа, мотивируя это тем, что у него не было под рукой карты и он не успел сделать заметки об упомянутых общинах. Сразу после этого, 24 сентября, я в письменной форме отправил Пашиняну вопрос, где четко были указаны конкретные населенные пункты. Ответ на мое письмо получил сегодня, но не от Пашиняна, а от заместителя министра иностранных дел Багеги Варкяна, который только упомянул, что переговоры по второму подпункту 6 пункта трехстороннего заявления от 9 ноября не проводились. Обратите внимание на то, что моим требованием было получить гарантию заверения о том, что в результате выполнения положений трехсторонней декларации, в результате изменения дороги, соединяющей Республику Армения с Карабахом, упомянутые города и села не окажутся под контролем Азербайджана. Он только отмечает, что переговоры между ними еще не велись. Получается, что правительство либо уже согласилось с передачей этих территорий или их части, либо не уверено, что в будущих переговорах оно сможет провести эффективные переговоры и оставить их под контролем Армении, заключил Тигран Абрамян.